Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Гороскоп представляет Мастер Градус. Звезды рекомендуют посетить магазин Мастер Градус. Здравствуйте, вы смотрите Гороскоп. Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. День благоприятствует креативной деятельности, выступлениям на публике. Он также хорош для отдыха в приятной компании. Телец. Это подходящий день для того, чтобы создать в семье теплую, приятную атмосферу. Будет уместная семейная вечеринка, совместный отдых или покупки. Близнецы. Отличный день для контактов с вашим непосредственным окружением. Они станут яркими и запоминающимися. В поездке, на прогулке, на отдыхе у вас будет возможность запастись приятными впечатлениями. Рак. Если вас беспокоит ситуация в семье, самое время заняться гармонизацией родственных связей. Ведите себя искренне и открыто. Часто вспоминайте о своем природном чувстве юмора. Лев. В этот день вы будете достаточно востребованы и в целом довольны жизнью. Если вы заинтересованы в широком признании, спешите подать публике свои находки в нужном виде. Дева. На протяжении всего дня в вашем поведении будут соседствовать искренность и скрытность. Наиболее откровенны и честны вы будете с теми, кому по-настоящему доверяете. Весы. Это благоприятный для вас день. Усиливается тяга к любовному общению, к дружеским контактам, к проведению оригинальных мероприятий, к более тесному взаимодействию с детьми. Скорпион. Старайтесь работать не в одиночку, а в контакте с партнерами, либо следуйте их советам. Тогда вам будет гораздо проще реализовать свои намерения. Стрелец. На протяжении всего дня вас будет отличать хорошее настроение. Это удачный момент для того, чтобы наладить сотрудничество с людьми издалека. Козерог. В этот день вас будет нелегко напугать. Вы можете рассчитывать на чужую поддержку, например, от партнеров или родственников. Водолей. Ваши партнеры и соперники в этот день отличаются большой самоуверенностью, активностью, яркостью. Вам может быть трудно конкурировать с ними. Рыбы. Удачный день, если вы хотите позаботиться о ребенке, осуществить творческий замысел, воспользоваться чьей-то услугой. Предпринятое в эти сутки лечение обещает хороший результат. Магазин «Мастер Градус» – большой выбор товаров для приготовления домашних напитков и деликатесов. Самогонные аппараты, солод, хмель, казаны, мангалы, натуральные оболочки для колбас и многое другое.